Из Махачкалы в Самару и Новый Уренгой. Рейсы на самолетах Суперджет 100 вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться с 1 июля по субботам. Вылет будет осуществляться в 23:10. Время в пути до Самары 1 час 50 минут. Прибытие в Ямало-Ненецкий автономный округ утром воскресенья. Билеты на рейсы Махачкала-Самара-Новый Уренгой уже в продаже.